я атаман и позывной, и как бы являюсь. Был хуторским атаманом, сейчас уже командир батальона имени Ермака. Наш батальон находится под Дебальцевым, стоит это Комиссаровка, Вергулевка, Южная Ломоватка, Конокрадовка, вот это все деревни, все как бы села наши мы контролируем. И находится наш батальон, там наши роты, а база находится у нас в Волчевске. Находимся мы в бригаде мозгового, как бы его подразделение, часть его подразделения. Начинал я еще с самого начала, вообще еще как бы стрелок приезжал на нашу базу, именно когда мы встречали, и вот он взлавил все это движение. То есть Славянск, потом Ямполь, Северск, Лисичанск. Вот, как бы, ну, у Горловки как бы мы там базировались немножко, как бы я там, но там боевых там не принимал. А уже потом, когда мы переместились в Волчевск, после Лисичанска, когда ставили, вот, ну, хочу сказать, что стратегически, в принципе, было Лисичанск правильно отставить, потому что на тот период было вооружение очень минимально, вообще нечем было. И шли танки, у нас противотанковые ручья были максимум, все. Не было ничем защищаться, потому сейчас пришло оставить. Вот. Но переформировавшись сейчас, мы очень хорошо остановили, когда было Дебальцево взято. Вот. То есть, как раз вот получается, на тот период у меня была сотня казачья, сейчас уже батальон организовался на том месте. То есть мы остановили их под Дебальцево, как стали там, и уже дальше не пустили. Угу. Потом вот это, и даже бы, если бы не вот это вот перемирие, скажем так, они уже вывешивали белый флаг в Дебальцево и пытались уходить уже. И в принципе на тот период у нас была возможность, силы и, скажем так, ну, кураж своего рода, да, движение вперед. Ну, так получилось, сказали нет, нет, остановились, и вот сейчас как бы топчется на месте. Волчевск, нет, в Волчевске боев не было, Волчевск не обстреливался. Вот, в основном мы на передовой выезжали, на передовой, да, там, где мы стоим, бои у нас не прекращаются, и сейчас ведутся обстрелы мирного населения каждый день. У нас каждый день есть потерпевшие, погибшие, раненые. Соблюдается ли Минские договоренности украинской стороной? Нет, конечно. Абсолютно нет, они ведут так же, как и вели. Единственное, что нет моментов наступательных. То есть бронетехника, как если раньше, допустим, выходила на наши позиции, в общем, велись с ними ожесточенные бои, скажем так, то сейчас они не они просто обстреливают. Техника не переходит, ездят у них там савушки, ноны и по-тяжелому обстреливают. Командиры и его бойцы уделяют особое внимание людям, которые оказались в сложной ситуации, помогают восстанавливать разрушенные дома, заботятся о подшефных учебных заведениях, всячески способствуют решению насущных проблем одиноких людей преклонного возраста, пенсионеров, матерей с маленькими детьми. В поселке Вергулевка недавно был открыт пункт медицинской помощи. В нем принимает специалист, который готов оказать экстренную помощь. Ну, на данный момент сейчас немножко нормализовалась эта ситуация, как бы со светом были перебои, бы несколько дней здесь было на грани, в общем, катастрофы, то есть не было света несколько дней, то есть могли бы и трубы расходиться, и в этом плане много чего могло бы плохого. Ну, на данный момент сейчас вроде как восстановили свет, вода дала, а то не было воды, только с неделю, наверное, не было. Вот, сейчас вода вроде восстановилась, свет восстановился, но в принципе тяжеловато, конечно. К сожалению, нам не удалось лично познакомиться с бойцами. Часть из них на передовой, ребята в расположении были заняты нарядами. Большинство из них жители Донбасса, но есть и граждане других стран. У нас есть сербы, у нас есть французы, есть бразилец. Тут с России есть, приезжают. Ну, большая часть, конечно, местного населения. То есть, ну, я воюю давно, и как бы со мной еще с Славянской у меня много, ну, по области, с Донецкой области очень много ополченцев со мной, с Горловки, в частности, очень много. Главная сила армии народных республик в уверенности в победу. Бойцы стоят на защите своей земли с вооружением, которое прошло Отечественную войну. Встречаются музейные экземпляры на ходу, есть брошенная техника украинской армии. Единственное, в Ямполе мы отбили там это 4 метра там, вот, но они были в ужасном состоянии. То есть, скажем так, больше Второй мировой войны. Лично мое подразделение, я лично, допустим, не встречал, честно говоря. Но, допустим, то, что приходили к нам, шли колонны, видели флаги именно поляков. Угу. Вот, и шли вот, польские, мы видели. И как бы разговаривали по-ненашему, наши видели на блокпостах. Но это местное население доложило. Например, допустим, моя разведка не видела. Видели только моя разведка, видела, когда как колонна шла. Именно с их флагом полностью колонна шла до Дебальцева. Uh-huh. Шла до Дебальцева. И как бы оттуда сказали, что были наемники. Но непосредственно я, как бы, не буду врать, не встречал. Мы победим. Вот, здравие мысли, главное, придет, скажем, всей так называемой Украине. Она увидит, что такое хунта,
и как под ней живут сейчас люди. Вот. И я думаю, что наше правительство, которое так называемое сейчас Новороссия, да, оно тоже увидит нормальных людей, объединит их всех под один флаг. Оксана Волчонок, телеканал «Новороссия», город Алчевск, Луганская Народная Республика.